Киевская прокуратура взялась за команду бывшего столичного мэра Черновецкого. Накануне вместе с правоохранителями провели 25 обысков и по месту жительства бывших чиновников, и на предприятиях, которые были задействованы в незаконной схеме. Через Киевсовет времен Черновецкого незаконно выделили 4 участка, а это 45 гектаров земли на территории заказника Жуков-Остров. Ущерб свыше 80 миллионов гривен. Во время обыска изъяли документы и денежные средства. 4 столичным экс-чиновникам объявили о подозрении в превышении служебных полномочий. Но причастных может быть и больше. Есть ли среди них Черновецкий, в прокуратуре не говорят, не называют и фамилии подозреваемых. Повідомлено про підозру колишньому начальнику головного управління земельних ресурсів, начальнику юридичного управління, начальнику відділу землевпорядкування та одній з службових осіб органу управління кооперативу, на користь якого виділяли земельні ділянки. Це люди, які працювали у Київській міській державній адміністрації у 2007 році.